Повышение тарифов на коммунальные услуги, растущие счета управляющих компаний и отчисления на капитальный ремонт – темы главных вопросов анапчан. Сергей Милованов за два часа приема граждан в администрации курорта ответил на 12 обращений. Эти приемы еще и полезны для нас, да, то есть вот как бы для работников краевой администрации в том, что, хоть я и сказал, что вопросы, в общем-то, стандартные, обычные, ничего тут сверх какого-то такого выходящего за рамки в Анапе не наблюдается, но в любом случае мы понимаем, какие тенденции, какие проблемы есть, с которыми мы должны выходить на федеральный уровень. Анапчане остались довольны. Информацию краевой чиновник дал исчерпывающую. Такие приемы важны. Во-первых, мы даем информацию, сможем довести нормальную информацию из первых уст, как говорится, да, до населения, до потребителя. И, знаете, вот обратная связь тоже есть. Мы тоже задаем вопросы, и представители различных структур, они тоже берут для себя какую-то информацию. Все поднимавшиеся проблемы представители местной власти взяли под свой контроль.